список реформ греческого кабинета может стать хорошим подспорьем для продолжения переговорного процесса по кредитной программе. Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Хинас подтвердил общие оценки Еврокомиссии, Европейского центробанка и МВФ по этому вопросу. Пресс-секретарь с положительной стороны подчеркнул то, что в предлагаемых реформах делается упор, например, на борьбу против уклонения от уплаты налогов и против коррупции. Следующий этап – это обсуждение списка Еврогруппой, намеченное ее председателем Яруном Дейсселблумом в форме телеконференции. Между тем, ведущие политики в правящей коалиции ФРГ считают, что Греции уже летом этого года потребуется третий пакет финансовой помощи. Об этом сегодня сообщила газета «Рейниши Пост». Как отмечает издание, речь идет как минимум о 20 миллиардах евро. В ближайшую пятницу, 27 февраля, в Бундестаге пройдет голосование по вопросу продления программы помощи Греции на 4 месяца.